произошла определенная путаница, и Блат идет выяснять отношения с комиссаром матча, потому что гимн России не прозвучал. И это достаточно странно. Уж здесь-то в Литве точно знают, как, что из себя представляет гимн России. Skelbiama, kad žuvo 43 žmonės, 2 sužeisti. Žuvo visi sportininkai bei treneriai. Прошу всех отстать и покорить. Сейчас в зале объявляется минута молчания в память о погибших хоккеистах Ярославского Локомотива. Ну вот, спасибо большое, но на самом деле я могу представить судей, потому что их уже показывали, судят сегодняшнюю встречу. Мигель Перес Перес, испанский неизвестный арбитр, но он старший. Хорват Срдан Дожаи, который не столько хорват, сколько венгер, но две страны имеют очень протяженную границу. И в пограничье все перепутано, как обычно. Ну и хорошо нам знакомый по работе в Клайпеде. Уже третью игру нашей сборной ведет Томас Ясявичус. А нашим болельщикам огромное спасибо. Не было исполнения гимна, так они его запели с трибун. С верхнего яруса доносится слово.